Дорогие мои друзья, я обращаюсь сейчас к вам, как обычно, с просьбой, но с очень-очень огромной просьбой. Мои хорошие, этот месяц как никогда страшен. Мы никак не можем собрать, чтобы оплатить корм, а корм опять доедаем. Ребят, в стране происходит черт знает что. Люди испуганы, люди взвинчены. Но прошу вас... Всем сердцем прошу, пожалуйста, давайте оставаться людьми. Призывайте о помощи тем, кто не может сам себе помочь. Пожалуйста, обращайтесь к вашим родным, близким, к вашим друзьям, знакомым и незнакомым. Я прошу вас, берите наши ролики, разбрасывайте их куда только у вас хватит фантазии. Расскажите о нас. Чем больше людей узнает, возможно, кто-то отзовется. В Ютубе люди приходят и уходят. Да, подписчиков много, но уверена, половина тех, кто подписался на наш канал, они просто уже давно о нас забыли и ушли. Это бывает, ребята, этих людей нельзя винить, потому что все в мире приходящее и уходящее. Но нам надо выжить. Мои хорошие, я прошу вас, приглашайте к нам людей. Приглашайте подписываться на наш канал. Приглашайте... делать автоплатеж. Подключайте его, ребята. 100 рублей не такие огромные деньги в наше время. Мы все не шикуем. И все же я прошу вас, поделитесь последним. Кто, если не мы, ребята, люди, дорогие мои? Кто, если не мы? Посмотрите, что творится. Просто бешеный поток измученных, истощенных, изломанных, брошенных. Мир словно сходит с ума. Мы не знаем, что нас ждет. Но я прошу вас, в наших силах оставаться людьми. Я призываю вас, пожалуйста, к человечности, к добру, к милосердию. Лохматая душа просит вас о помощи, о сострадании. Лохматая душа – это вы. Без вас, друзья, нас не станет. Я прошу, мои хорошие, я прошу вашей помощи и поддержки. Малыши, задохнувшиеся, блохастые, так, что вообще их живьем сжирают. Люди деградируют. В такое жуткое пекло они малышей, оторванных от мамы, голодных. Посмотрите, какие крошечные. Засовывают в мешки и бросают на ура. Найдут хорошо, не найдут, значит, там в этом мешке и помрут. Люди просто вообще забывают о человечности, о том, что они люди, а приюты не резиновые. Мы не можем спасти весь мир. Мир мы можем спасти только когда мы все вместе. Друзья, я понимаю, что читать проповедь взрослым людям бесполезно. Но даже если у одного из тысячи проснется совесть, это уже счастье. Мои хорошие, не проходите мимо коробок, не проходите мимо завязанных мешков, брошенных по обочинам и просто подброшенных к мусоркам. Очень часто потраченная минута вашего времени спасет жизнь. И мне, ребята, мне так стыдно, что я живу в России. Стыдно за нашу страну, насколько мы становимся равнодушными, какими-то тупыми, озлобленными. И вот такие каналы, как наш, они словно островки в мире равнодушия. Все хотят зрелищ и жратвы. Но ведь в первую очередь мы должны думать хоть немного о нашей душе. Не о том, что нам когда-то придется куда-то уходить. Просто о духовности нашего внутреннего мира. Так хочется видеть улыбающихся людей. Так хочется видеть, как наклоняется человек и кладет кусочек сосиски бездомному ребенку. Так здорово видеть, когда этого бездомного ребенка, не глядя ни на что, человек поднимает и несет, забирая его в лучшую жизнь, не обращая внимания на то, болен котенок или щенок или нет. Таких людей много. И мне кажется, именно поэтому наш мир еще жив.
Как часто я слышу: детям помогайте, старикам. Но ведь у каждого из нас свой путь. Кто-то выбирает помогать детям, кто-то старикам. Но мне кажется, тот, кто больше всего кричит, не помогает ни тем, ни другим, ни тем более животным. Зоозащита спасает животных. Социальная защита спасает детей и стариков. Эти службы не пересекаются, но они созвучны. И та служба, и эта основана на доброте, на милосердии, на сострадании. И давать советы, мне кажется, это неправильно. Каждый человек выбирает сердцем, кому и когда он должен помочь. Добра вам, люди. От всего сердца. Добра вам. I'm